Ну, добро пожаловать в метро. Ход на зомби, если я правильно помню название. Так, в общем, через пару минут приходит поезд со станции. Обратите внимание. Ой, со станции... Господи, Павелецкая. Займи позицию пулемета. Возможно, придется их прикрывать. Наступить на дежурство. Блять, ты хоть. Немного подлагивает. Так, полутать пока. Мы можем взять вот такую хренотень, да? Что мы тут делаем, правда? А, это мы собирать можем, так вот только выделяем, да? Я как-то тут пока в управление не могу въехать. Потом. Подлагивает. Пулемет-то. Зомбик завис, какая прелесть. Так, отчет сегодня убито 13, зараженных потерь нет. Так, ни в коем случае не подпускай. Какое здесь ужасное управление. Вот это капец, конечно, слушай. Управление и видимость управления здесь просто оттас. Ой-ой-ой, слушай, я, конечно, все видел, многие игры, но это... Это, слушай, просто лютый трэш.
Вот реально лютый трэш. Это здесь вот на планшетнике я сейчас представил такое попробовать играть. Это ж вообще пипец. Да ну нахрен, слушай, не, на, я извиняюсь, но с таким дерьмоуправлением и дерьмокамерой играть это в принципе нереально. Это вот самая настоящая дерьмокамера, только на пулемете уже вижу. Пипец какой-то. Почему нельзя сделать было нормально с автомата, чтобы я видел его посередине, а? Смотри, как он промахивается еще. Почему я промахиваюсь здесь? Не, народ, пусть там, нахрен эту игру дорабатывают. Это просто пипец какой-то. Еще напичкана куча рекламы. Не, народ, пусть они нахрен дорабатывают, но почему вот именно такой вид с автомата? Это ужас какой-то. Во-первых, еще не всегда попадает. Давай последний раз попробую, ну и лесом. Я ж по нему стреляю-то, ёпта. Да ну нахрен жопу такую игру, я тебе скажу, блин, это капец какой-то. Идиотизм.